Всем привет, дорогие друзья, с вами Кристиан Блэк, это 7 Days to Die, и мы в полной жопе. Мы остановились на этой крыше дома, максимальный уровень сложности, и я еле выжил, и они что-то ломают, усиленно. Они не знают, где я. Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Давайте поставим сюда. Вот так. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Через 15 секунд это дело завершится. Или только одна штука. Так или иначе, нам больше нечем заняться в условиях выживания. То есть зомби-апокалипсиса. О, да. Что из этого я могу сделать? И что я делаю? Ясно. Очень помогло. О, можно даже сделать мил. Гаскен. Нет, нам это не нужно. Metal strips, wood planks. Давайте сделаем wood planks, что ли. Вот половину за минуту переработаем. Хоть крафт быстро идет, и то слава богу. Что ж, думаю, 144 доски нам хватит для чего-либо. Вот планк, вот планк. Что это такое? Ладно. Бакшот. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Давайте еще сделаем стики, пожалуй, да? Вот так. Так. Так, так, так. Теперь давайте узнаем, что же можно построить. Storage chest. Деревянную дверь. Деревянную решетку. Понятия не имею, что это такое. Вот такую штуку, такую. Даже лестницу могу построить. Коал торч. Ладно. Ган сейф. Мне нужен айрон агот. Смотри, что у нас здесь. Стик можно сделать. Ну, это мы знаем. Я пока поразбираюсь, скажем так, с управлением, и будем смотреть, что нас ждет ночью. О, надо же, мы можем сделать себе первое оружие. Палочки, палочка, 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 палочка. Да, крафт. А, еще одна палочка. Окей. Благодарю, теперь у нас есть хоть какое-то оружие. Какое-то оружие, да. Идем дальше. Ammo Weapons. Blunt Fibers. А, нет у нас ничего из этого. А жаль. Идем дальше. Это же спайки. Посмотрите, это... Ну, как бы вам объяснить? Это колья.
Я могу просто расставить их внизу, и эти твари просто убьют себя. И даже ничего делать не нужно будет. Видимо, я неправильно сосчитал. И ладно. Теперь я знаю, чем я займусь. Иди сюда, досочки. О, да, 15, то есть 18. Колев. Острейших колев. Давайте посмотрим, можем ли мы установить их. Скажем, вот сюда. Да. И вот сюда. И вот сюда. И вот сюда не можем. Так. Ой. Нужно поставить факел, да? Вот так. Теперь зомби не появится. А-ля старый добрый Майнкрафт. Тут вроде все тихо, но я этому не доверяю. Они все куда-то ушли. Нужно придумать что-либо на случай, если... Дайте-ка мне подумать. Так, 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 так. Да? Или что? Так, так, так. Я не знаю, что я сделал. Но мне нужно не это. Мне нужны, ну, знаете, там, доски. Так, что, конфит? Нет, мне не нужно. Алоэ крем тоже не могу сделать. Nightstand. Wooden chair даже могу сделать. Круто, но только зачем мне нужно? Ага. То есть я могу взять вот так. И сделать 64. О, да! Теперь мы можем сделать, собственно говоря, даже дом. Точно, Майнкрафт. Вот эту фигню давайте выбросим. Кофе бинс. Думаю, кофе нам нафиг не нужно. И это нам тоже не особо. Смотрите, уже 7 часов, день второй. Дайте 5, друзья. Вот так. То есть я могу просто взять и... Ну-ка, смотрите. Например, меня преследует зомби. Я так беру. Оп. Оп. Красота. То есть, в случае чего, поднимусь. Ладно, давайте спустимся, я так думаю. Куда-нибудь не на моей коле. Тихо. 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 Да вы прямо про выживальщики. Смотрите, они расходятся. Ага, вижу тебя. Что если я встану? Сяду. Хорошо. Иди сюда, иди сюда, иди ко мне. Ёб твою. Так, 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 так. Так, так. Так, так. На-на-на. На тебе, тупой говнюк. И вот так. Фу. Что ты творишь? Ты читак. Ну, ё-моё. И что теперь? Что мне делать теперь? Я тут. И у меня ни хрена нет.
Где я оказался? В какой-то жопе. Опять придется все делать сначала. Вы сами видели, как считерил этот говнюк. Такие звуки. Force. Перс. Так, еда у нас, значит, есть. Вода тоже есть. Что у нас здесь? Опять радиация? Да. Здорово, здорово. Знаете что, тайга это гиблое место. Я вас явно не удивил, но все же. Глыть. Глыть. Так, нормально. Сейчас съедим пай, и все будет замечательно. Ну-ка. Ого! Что это такое? Похоже на тюрьму. Может, мне стоит подняться на крышу? Кстати, это неплохая идея. Очень даже неплохая. Теперь я уже понял, как делать блоки. Так. Как мне спускаться, правда, я не понимаю. Спортивная сумка, в которой я ожидал найти что-либо полезное, но... Ты как сюда попал? Как ты сюда? Ау! Ау! Да что? Как? Там что, есть лестница? Я не ожидал от вас такой подлости. Там есть лестница. Ахаха. А что мне делать? О, вы меня троллите, да? Ладно, хорошо. К черту эту тюрьму, чтобы это не было. Я мог бы прочитать там, конечно, но у меня нет времени. Ситуация не из приятных. Привет. Может, тут есть оружие? Да, естественно. Где же выход из этой тайги? Ничем похилиться не могу. Превосходно. Я сейчас вообще могу умереть из-за того, что съел яичко. Господи, у меня что, диарея, что ли? А, зря съел то яичко. Но зато буду знать, что яйца есть нежелательная еда. Я сейчас умру. Там есть палаточки. То неужели, наконец-то? Диарея... Может, вы не видите из-за графики, но я вижу собак.
много злых собак. На замену самым выносливым тварям пришли твари быстрые. Давай, порадуй меня. Даже есть какие-то ботинки. Видите? Господи, господи, я сейчас умру. Там есть топор. Ладно, хорошо, идите все сюда. Сейчас мы с вами поговорим о жизни. Жизни в условиях зомби-апокалипсиса. Ага, нет, я вас обманул. Тут еще есть что-то. Давай, давай. О, этот скилл. Окей, у нас есть Fire Axe. На картах от вас убегу. Ладно. Фу, что же мне делать? Тут повсюду зомби, леса. Городов нет. Да и в городах наверняка куча зомби. О, бог мой. Здравствуй, милый. Может, тебя сбить можно? О, господи, хорошо-то как. Они что, убили клюшку? Нет, клюшка. Давай. Не знаю, что это. Может, я могу взять... Ох, не вовремя! Может, мне реально вас всех убить и поселиться тут? Тут так красиво, так хорошо. Птички поют, зомби орут. Ладно. А могу я, интересно, починить два топора? Так вот раз, так вот два. Нет. Жаль. Надо поесть медикаменты, да? Пейнкиллеры. О, домишко. Блин, как далеко. Ну что, сбрасывай только один контейнер? Ну и смысл. Да, с Агатой было бы интереснее играть. Ладно, друзья, пожалуй, на этом я закончу эту серию. Спасибо за внимание. Всем пока.